Миром, друзья, с вами снова, как всегда, я Жабка, вы на моем канале, и тут необычный ролик, у нас новые новости на сегодня, и сегодня обсудим самые такие глобальные темы. Но прежде чем перейти к нашумевшей водолазке, которую вы увидели на превьюхе, нам нужно обсудить сначала кое-что другое. А в предыдущем ролике, где мы обозревали вот эти вот вещи, вот эти вот, раз, два, три, четыре, вот эти вещи, да? Я говорил, что вот эту вот эмоцию можно будет получить бесплатно. Потому что она была в... нам специальный документ присылают, где мы можем рассказать вам о всех вот этих вот вещах, как их можно получить. Вот, и я сразу сказал, что у меня почему-то нет событий, но есть веща. И я не понял, почему. В чем прикол? Этой эмоции, к сожалению, ребят, не будет. Не будет, может быть, чуть дальше, когда-нибудь там через месяц, может быть там. Вот. Но в этом событии именно осада гигантов, ее, к сожалению, не будет, поэтому не ждите этой эмоции. К сожалению, только одна эмоция в этом, грубо говоря, месяце. Может, в следующем месяце что-то и будет. Но остальное, все вот остальное, вот это раз, два, три, и вот это, кроме вот этих вот вещей, это все 100% будет, поэтому ожидайте. Так что, в принципе, мы договорились. Давайте дальше. Ну что, ребят, с завтрашнего дня у нас минус опять олды. Это будет событие специальное в игре, где спустя 2 года, по-моему, 2 года, да, по-моему, 2, вернут водолазку. Вы спросите, что за фигня? Но некоторые уже знают. Гарен закупила рекламу ВКонтакте и уже спалила это событие. Оно будет сейчас вот здесь вот. Собственно, вы увидите, да? Вот, и вернут вот эту вот водолазочку, блин, до нее даже долистать не могу. Она у нас серого качества, вот она. И вот эту вот водолазку вернут. Теперь вы можете, новые игроки, ее получить и играть вместе с ней. Что я думаю по этому поводу, вы спросите? Ребят, я раньше очень сильно боролся с тем, чтобы олдовские вещи не добавляли, но меня, в принципе, не продерживали вообще. Ну и в итоге... Раз вы меня не поддерживали, то я уже привык. Типа, лол. Я когда туда устроил бунт, меня, конечно, некоторые поддержали, но некоторые нет. Типа, начали говорить, типа, да, чё там, молоды, все дела. Ребят, сейчас мое мнение очень сильно изменилось, потому что, ну, уже назвал причину. Если бы тогда вы меня поддерживали, было бы всё. А сейчас я скажу по этому поводу одно, что новых игроков очень много, прям очень много новых игроков. У меня даже по зрителям просто скачок вверх пошел новых ребят, я в шоке. Но к чему я говорю, то что они тоже хотят эти вещи, и поэтому, учитывая опыт других игр, тот же самый Call of Duty, в котором эти вещи с прошлого сезона просто добавили в кейсы с пропусков, я в шоке был. Там красная Делкьюха, помню, то же самое, ребят. Поэтому, в принципе, ну, вернули. Я, например, не фанат от этих вещей, мне абсолютно все равно. Я знаю прекрасно, что все вещи рано или поздно добавят в игру, поэтому вы просто получаете небольшой эксклюзив на время. Но и гордиться тем, что вы получили эту вещь, ну, не стоит. Но чем гордиться, я надеюсь, Гарен не будет добавлять снова папетные значки, например, там, значок идущего 2020 года. Ну, типа, если они будут добавлять, это будет странно. Так что, ребят, значки, это для вас теперь, можно сказать, олдовская тема. Вот, окей, это мы обсудили, давайте дальше. Дальше у нас это киберспорт. Вот он, киберспорт у нас, да. Ну и, собственно, что у нас происходит? Обновилась информация, все, ребят, сейчас вам покажу браузер. Опа, я здесь, здорово. Еще в рамочке, ничего не переносил, ребят. Собственно, в 2021 году будет несколько турниров. Как вы знаете, World Series, будет 2 турнира. Один вот в мае, а другой осенью. Вот, все, теперь информация, можно сказать, подтверждена. Потому что здесь Гарена official Гарена, понимаете, да? Вот, ну и, собственно, она опубликовала 2 миллиона долларов призовой фонд. Понимаете, 2 ляма баксов. Это призовой фонд турнира
этого. Это ж пипец как много. Помимо того, что они получают эти бабки, которые они сейчас выиграли, и они еще получат вот эти. Окей, дальше. Сам ивент будет проходить с 22 мая по 29. То есть, грубо говоря, ребята поедут туда дней на 14, мне кажется. Ну, что-то типа такого. Потому что будет подготовка, потом еще день отдыха. Что-то типа такого. Вот, далее. Далее, что будет? Вообще, это все перенесли. Вот, и у нас едут команда Silence и Invincible. Silence у нас сразу прошли в финал, то есть они уже слот получили, да. А Invincible будут бороться за со слоты, потому что будет, грубо говоря, play-ins вот этот вот. И здесь они 22 как раз таки мая будут сражаться за главные слоты, которые будут 29 числа в финал. То есть, грубо говоря, из всех вот этих вот 12 команд, видите, у нас тут русский слот, Россия и СНГ. Второе место, это как раз таки Invincible. Если они займут топ-1 либо топ-2, то они будут играть в финале. Поэтому будем бороться, топить за наших ребят, чтобы они прошли, и у нас было в итоге в финале две команды с СНГ. Это будет, ну, это будет пушечка, это будет бомба. Вот, это самое главное, что я хотел сказать. Ну, естественно, на финале будет новая тема, именно такой вот формат, 12 команд, 10 команд уже прошли, и 2 команды, типа, новые с play-ins. Это классно, это круто. Вот, что же будет вообще на этом событии? Это означает то, что у нас, как всегда, будет какой-то ивент с какой-то халявой, и как обычно это будет событие, там, предсказаний или типа такого. Мы будем там голосовать, ну, как было в прошлый раз, это 100% должно быть. Вот, помимо этого на трансляциях 100% будут промокоды, и промокоды, я надеюсь, будут жесткие. Вот, в общем, World Series, ребят, ждем, надеюсь, что будет классно. Вы спросите, пригласили ли меня на это событие? Пока что, к сожалению, нет, и, насколько я знаю, никого из ютуберов тоже не приглашали. Надеюсь, что пригласят, и я для вас замучу контент. Хочу очень много интервью на этот раз заснять, не только с командами СНГ, а вообще с... как можно больше. В общем, постараюсь наснимать контента не просто типа как мы съездили, а именно по делу, по киберспорту. Но это если пригласят, ребят. Вот, в принципе, все рассказал на сегодня, ребят. Вот такая вот инфа, такие новости. Водолазку у нас вернули, по поводу эмоций рассказал, по остальному, в принципе, тоже рассказал. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Не забудьте поставить лайки, не забудьте подписаться на мой канал. Ну а с вами был я, Жабка. Увидимся уже в следующем ролике. Думаю, он будет завтра. Всем удачи, всем пока.